Еще два детских сада начнут строить в Самаре уже в этом году. В новых микрорайонах – Волгаре и Крутых Ключах. Деньги более 600 миллионов рублей Самаре выделят из федерального бюджета. Чтобы получить их, городу было необходимо экстренно найти более 70 миллионов рублей. Это обязательное условие для участия в программе софинансирования. Сделать это удалось за счет перераспределения средств городского бюджета. Сегодня мы внесли изменения в бюджет, чтобы оплатить свою долю софинансирования в размере 20%. В результате этого мы получим два полноценных детских сада в Волгаре и в Кошелеве. Жесткие сроки были для принятия этого решения. И, можно сказать, это вот одна из заслуг депутатов и совместной работы главы города, главы региона на улучшение условий детского дошкольного воспитания. Откуда взять деньги, долго думать не пришлось. 87 миллионов рублей сэкономили на содержании власти. Расходы сократили по поручению губернатора Самарской области. Так фактически деньги чиновников отдали детям. Часть этой суммы, а именно 77 миллионов, были взяты уже сегодня, то есть ровно практически через неделю, для того, чтобы отправить эти деньги на строительство детских садов и на строительство пристроя к медико-техническому лицею. Также удалось найти средства на участие в программе по софинансированию для строительства трамвайной линии к чемпионату мира по футболу. Новую ветку протянут от улицы Ташкентской до стадиона, а пути от площади Урицкого до Московского шоссе реконструируют. Марина Кравцова, Константин Головин. События.